Привет! Сегодня посмотрим инструкцию по автокому, как удалить ошибки подушки безопасности, ну и в целом системы безопасности в случае аварии. Значит, в данном случае у нас пример на автомобиле с автомобилем Opel Astra H 2007 года. Человеку после аварии, после ДТП восстановили автомобиль, систему безопасности, ну именно поменяли только подушки. Вот. И после этого все равно продолжал гореть на приборке индикатор СРС сработавших подушек. Поэтому нужно было разобраться в этом вопросе, так как после ДТП в блоке управления сохраняется ошибка так называемой крашдаты о том, что датчики сработали. Поэтому нужно было этот вопрос решить. Значит, в данном случае на помог автоком, подключаемся на автоматический подушку. Значит, сканер определил VIN-номер, определил автомобиль. Ну, выбираем подушки безопасности, чтобы понять, что у нас происходит. Читаем ошибки, которые сохранены в блоке управления. И видим следующую ситуацию. У нас есть три ошибки. Это по преднатяжителям ремней безопасности пассажира и водителя. И цепь перопатрона. Ну, цепь перопатрона — это сама подушка и преднатяжители в ремнях, которые срабатывают при ДТП. После того, как стерли ошибки, которые были сохранены, у нас осталась вот такая вот ситуация, вот такая вот картина. То есть ошибка по перопатрону ушла, так как подушка была заменена, остались только преднатяжители ремней. И также требуют ремонта, ну и соответственно без этого они не будут нормально функционировать. В данном случае машина ремонтилась по страховой, и при просчете ремонта этот момент не просчитали, а сам хозяин не захотел ремонтировать, то есть менять, восстанавливать преднатяжители, поэтому в данном случае остановились люди на том, чтобы поставить обманки. Ну, вот так вот выглядят сработанные преднатяжители ремней на этом Opel Astra. Вот. И, соответственно, дальше процесс, как ставятся обманки, а именно это сопротивление на определенные два провода. То есть нужно врезаться в проводку и припаять сопротивление на 2 Ома. Ну и потом это скрутить, припаять и заизолировать. В данном случае это была термоусадка. Ну и потом все обратно собрать, для того, чтобы это надежно держалось и в будущем не возникало проблем. После этого заходим в программу, удаляем ошибки и проверяем, появятся ли они заново. Ну, в нашем случае так все было исправлено, то ошибки не появились. Ну и, соответственно, пузатый человечек, как его называют, да, беременный, СРС на приборке также потухло. То есть в данном случае после такого ремонта у человека сработает подушка безопасности, но так как преднатяжители ремней не отремонтированы, то ремень не сработает. То есть в идеале, конечно, менять просто преднатяжители ремней, и тогда все будет работать как по заводу, и не надо никаких впаивать сопротивлений. Но в любом случае, если у вас есть ошибка по работе с СРС, то в таком может в этом вам помочь. То есть сначала показать, какие проблемы есть, ну и устранить их. Вот. Поэтому на сегодня все. Ставим палец вверх. Думаю, видео будет полезно. Ошибка по подушкам достаточно популярная. И если у вас есть вопросы, предложения по инструкциям по автокому, пишите в комментариях. Будем в новых видео записывать. На этом все. Пока.